Ежегодно в День пограничника сотрудники пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии в Новом Афоне возлагают цветы к мемориалу памяти погибших при исполнении служебных обязанностей. День пограничника – один из старейших праздников, который отмечают не только в России, но и на постсоветском пространстве. Его история началась в далеком 1918 году, когда 28 мая было создано Главное управление погранохраны. Заместитель председателя СКБ Абхазии, начальник погранотряда Надача Чхиани подчеркнул, что каждый пограничник обязан чтить и помнить подвиг своих предшественников. Все пограничники обязаны этот праздник чтить и помнить, потому что без прошлого не бывает будущего. А наше прошлое – это славные традиции советских пограничных войск. Со дня их образования в 1918 году, в тревожные годы для молодой Советской Республики, в то время, когда свой героический долг выполняли первые пограничники советские. И эти традиции мы должны чтить и достойно нести в будущее. Пограничник – это щит Родины. Не каждый способен жить и служить на границе, лишая себя многих благ цивилизации. Пограничники всегда надеются на свои силы и возможности, умеют выживать в экстремальных ситуациях и всегда готовы к встрече с опасностью. Председатель СКБ Республики Зураб Маргани поздравил пограничников с их профессиональным праздником, отметив, что погранотряд прошел очень сложный и вместе с тем славный путь становления. Наша пограничная служба прошла славный путь. От начала становления до высокого профессионального уровня военнослужащих нашей службы. К сожалению, за это время не обошлось без потерь. Тяжелые потери понесли наши пограничные органы, ценой своих жизней защищая нашу страну. В этот день мне бы хотелось вам пожелать мира, здоровья, благополучия. И дай Бог, чтобы количество выходов на охрану границы было равно возвращению. Служба пограничников опасна, трудна, требует большой выдержки и дисциплины. Вот почему пограничники – люди исключительно ответственные и мужественные, настоящие патриоты своей страны. Рудольф Цыба уже 13 лет служит в пограничном отряде СГБ Абхазии. Служение Родине он считает своим священным долгом. Быть пограничником для меня – это священный долг. Это долг перед своей страной, перед своей родиной, перед родными, близкими. Это большая ответственность не только для меня, и также для моих друзей, сослуживцев. Скажем так, я рад служить своей стране, своей родине. Это самое прекрасное, что может быть, я думаю, для каждого настоящего мужчины. Праздничное мероприятие продолжилось в управлении пограничного отряда СГБ Абхазии. Руководитель администрации президента Беслан Барциц от имени руководства страны поздравил пограничников с их профессиональным праздником. С первых дней создания пограничного отряда службы государственной безопасности вы стоите на защите интересов нашей страны, ее суверенитета, достойно выполняя возложенные на вас функции. Ваше мужество и выдержка и профессионализм заслуживают всеобщего уважения. В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за честную службу Родине и народу Абхазии. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия. Затем отличившимся пограничникам были присвоены очередные воинские звания. Их наградили грамотами и памятными подарками. Аля Катрапш, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.